Здравствуйте, друзья, я Андрей Соловьев. В сегодняшнем видео я бы хотел сравнить производительность двух браузеров, двух конкурирующих платформ, а именно Android и iOS, на, можно сказать, двух представителях, так сказать, последних представителях этой линейки, устройствах, которые на данный момент продаются в магазинах, которые мы можем все купить и попробовать, и самое главное, они обновлены до максимальных на текущий же момент версии операционной системы, и будем использовать мы, естественно, голые браузеры для того, чтобы без всяких настроек, без всяких специальных апдейтов и браузеров, которые можно скачать из маркетов и из всяких апсторов, посмотрим, как они себя ведут. Кто участвует в нашем тесте? Это iPad 2 на версии операционного обеспечения 5.0 iOS и Acer Iconia A500 на версии Android 3.2. На текущий момент, а именно на состояние начала ноября, это последняя версия браузеров. Я не знаю, когда вы смотрите это видео, может быть, там уже будет и 4 Android, и 6 iOS. Но сейчас мы имеем то, что мы имеем. Так вот, посмотрим, насколько удобно и комфортно работать в интернете на том и на другом устройстве именно с точки зрения потребления интернета. Для начала стоит отметить, что оба устройства подключены к одной и той же локальной сети, а чтобы не было каких-то кривотолков на предмет того, что информация хранится в кэше браузера, мы сейчас удалим этот самый кэш браузера. Вот я очищаю куки и данные на iPad. А вот на Android мы запускаем браузер, настройки, конфиденциальность и безопасность, очистить кэш. Все данные, сохраненные браузером, будут удалены. Нажимаем «Да», «Удалить». Уходим назад и запускаем наши, собственно, браузеры. Здесь это, естественно, Safari, а здесь это просто некий браузер, который очень внешне напоминает Google Chrome. Для начала подготовим к загрузке какой-нибудь сайт. К примеру, это будет сайт Microsoft, причем в мобильном его исполнении, то есть m.microsoft.com здесь, и здесь то же самое m.microsoft.com. Теперь одновременно пытаемся максимально одновременно нажать на клавишу поиск и кнопочку Go и здесь, и здесь. Раз, два, три. Переходим. Значит, вот оба браузера пытаются подключиться и открыть. Ну, чуть раньше закончил iPad, чуть позже закончил Apple. Но даже не это самое главное, а то, как отображаются картинки на одном и на втором устройстве. Во-первых, что касается формата экрана. Не секрет, что Apple настаивает и продвигает формат 4:3, то есть соотношение экрана такое более квадратное, тогда как все Android-устройства имеют соотношение 16:9. Что это нам сулит и что несет? Во-первых, если смотреть на верхние блоки, то, например, количество информации, которое вылезает в правый и в левый блок, здесь гораздо больше. То есть если здесь я могу прочитать open, up, e, v и так далее, что-то там, то здесь, я думаю, что если бы здесь была та же самая информация, к сожалению, открылось другое окошечко, мы видим примерно, ну, 2/3 от той информации, которая у нас попадает в поле зрения на экране 16:9. То есть, конечно, в ширину сайты открываются не очень здорово. И это бы хотелось бы видеть побольше и гораздо более в лучшем раскрытом варианте. С другой стороны, у iPad есть больше фора по размещению информации по вертикали. Естественно, что здесь ее помещается гораздо больше, и поэтому разработчикам пришлось пойти на некоторые уловки и ухищрения. В частности, например, на Android, когда мы начинаем прокручивать страницу вниз, то адресная строка уезжает вверх вместе с верхом страницы, таким образом освобождая большее количество места для отображения информации. Тогда как на устройстве под управлением iOS эта самая строка остается жестко и всегда привязана к расположению на экране. Теперь посмотрим, как работает скроллинг. Если мы пролистываем страничку вверх или вниз на iPad, то происходит это достаточно плавно и мягко, при том, что если мы ее тянем за границу, то есть тогда, когда она уже не должна двигаться, то открывается вот такое пустое поле, которое потом возвращается автоматически назад. Как с этим обстоят дела на Android? То есть пролистывание вверх и вниз происходит немножечко как бы рваными такими рывками. И что еще непонятно и загадочно для меня, это то, что, например, картинки на момент их открывания
снизу вверх как бы перерисовывается заново. То есть я вижу такие белые пробелы, которые в какую-то долю секунды заполняются, и изображение появляется на том месте, где оно должно быть. Ничего подобного на iPad нет. Если мы прокручиваем страничку вверх или вниз, и любые картинки, даже достаточно крупные, которые появляются из-за края экрана, они не перерисовываются, а отображаются сразу целиком. И вот по ощущениям от скорости пролистывания, наверное, iPad в данном случае впереди. Теперь попробуем перейти на какой-то сайт и пооткрывать на нем странички. Ну, к примеру, возьмем наш любимый Mobile MHO. Подготовили Mobile MHO здесь и здесь в адресных строках и нажимаем «Поиск» и «Go». Так, смотрим. Ну, примерно одинаково. Почти одинаково. Почти. Вот здесь, опять же, в полной красе реализуется экран iPad в том смысле, что по ширине у нас влезает, например, картинка целиком вот этого самого информационного сообщения, которое является самым, так сказать, передовым и главным на текущий момент. Тогда как, если мы посмотрим на Android, то это же самое сообщение просто не влезает на страницу. То есть даже примерно процентов 15-20 его съедается за уже краем этого самого экрана. И для того, чтобы просмотреть весь сайт, нам нужно его двигать вниз и прокручивать. Тогда как здесь, конечно, это сделано несколько более удобно. И в данном случае получается такая палка о двух концах. Если вы хотите больше видеть информацию в ширину и больше получать информацию о сайтах, где, например, горизонтальное размещение меню, то, наверное, это будет удобнее делать на Android. А если вы хотите больше получать информации по вертикальному отображению, то, конечно, экран iPad в данном случае будет предпочтительнее. Что касается скроллинга здесь, вот его скорости, то, в принципе, достаточно близко. Близко по скорострельности, то есть прокручивание скроллинга обоих экранов идет достаточно быстро, но, опять же, фактически Android демонстрирует ту же самую болезнь. Вот смотрите, если здесь картинка отображается целиком и выезжает сверху, то здесь она как бы в какую-то долю секунды в момент перерисовывается. Зачем это сделано, я не очень понимаю. Неужели ему так тяжело держать в кэше информацию обо всем экране сразу? Ну вот сейчас, кстати, стало лучше. Как будто вот он что-то подгрузил и что-то стало лучше работать. Давайте посмотрим, как отображается ютубовское окошко. Например, мы открываем раздел «Обзоры» и выбираем, ну, например, информацию по обзору Sensation XE. По скорости загрузки, кстати, я не могу выделить какого-то определенного аутсайдера или определенного лидера, потому что то в одном, то в другом случае мы получали примерно схожие результаты. Сайты открывались тут чуть-чуть быстрее на этом, тут чуть-чуть быстрее на этом, поэтому при наличии одинаково быстрого интернета, доступного на обоих устройствах, этим параметрам, я думаю, что можно уже пренебречь. Ну, давайте посмотрим, как оба устройства отработают окошко с видео. Открываем здесь и открываем здесь. Так, что-то странно, еще раз. Ага, есть. Нажимаем «Пуск здесь» и «Пуск здесь». Apple начал чуть раньше. Картинка пошла везде. Давайте дождемся какого-то изображения. До чего техника дошла? Вашу маму и там, и тут показывают. Так, значит, как нам масштабировать и раскрыть окошко на полный экран? У Apple это делается просто. Раз, и окошко разъехалось на целый экран. Два, и оно съехалось обратно. Здесь эта история не пройдет, к сожалению. Вот мы получили какие-то странные тормоза, и ничего не произошло. Для того, чтобы на Android масштабировать экран, нужно нажать в правый угол, и тогда картинка переходит в полноформатное отображение. Чтобы теперь вернуться назад в оконный режим, нам нужно нажать на такую же кнопку справа. Что касается самого окошка просмотра, то оно тоже довольно сильно отличается по управлению. Например, на Apple нам не разрешается поменять ни формат отображения, ни, например, добавить или убавить громкость. Тогда как на окошке Android здесь можно выбрать и режим, то есть, например, 480, 720 или 1080p. Можно переключиться на режим отображения в окошке самого YouTube или, например, перейти в полноформатный режим обзора на полный экран. Таким образом, почему-то одинаковый код плеера, вставленный на страницу,
по-разному отображается на устройстве Android и на устройстве Apple. И опять же, здесь так и прослеживается какая-то определенная фишка, свойственная каждой системе. На Android мы получаем большее количество фишечек, возможностей тюнинга, возможностей увеличить или уменьшить качество, расширить или уменьшить на полный экран, но при этом делается это как-то через там 2-3 клика. То есть, чтобы это все сделать, нужно нажать сюда, нажать туда, подтянуть тут, и тогда ты получишь результат. Тогда как Apple нам полностью все упростил. Пожалуйста, есть кнопка Play, кнопка промотки по положению, где ты должен находиться, и просто кнопочка, которая растягивает на весь экран. То есть за тебя уже все решили, каким разрешением ты смотришь, а громкость ты можешь добавить только на самом устройстве, ничего подобного плеер уже не разрешает. Но вместе с тем, это просто работает. Это работает так, как это должно работать, и по большому счету, если тебя устраивает это изображение, то ты его потребляешь и не думаешь о том, какие там дополнительные функции этот самый плеер содержит дополнительно. Что касается сайтов, отображающих флеш, то здесь, похоже, Apple удалось переломить ситуацию под себя. В каком виде? Безусловно, флеш здесь не появился и появляться не планирует. Но производители контента, те, кто наполняет эти самые сайты, перешли на JavaScript. То есть вот эти самые баннеры, которые здесь не такие красивые и не так классно движутся, как, например, на Android, они используют для своего отображения именно технологию JavaScript. Это не так информационно, это не так красиво, но вместе с тем и не так энергоемко. Да, здесь мы видим мягкую, плавную анимацию, здесь может происходить какое-то реальное видео, движение вот в этих самых окошках, но за счет этого идет и больше энергопотребления, и, собственно, большая нагрузка на процессор, тогда как JavaScript, который отображается на экране iPad, естественно, ничем подобным не страдает. И самое главное, что большинство сайтов, которые еще там год назад вместо вот этих самых блоков, заполненных флеш-анимацией, флеш-баннерами, просто показывали белые квадраты, и там ничего не было, теперь показывают худо-бедно анимацию, там какое-то слайд-шоу, смену картинок на JavaScript. То есть люди адаптируются, и люди выходят с предложением и с наполнением для именно устройства на iOS. Такая же ситуация, естественно, работает и на iPhone, и на iPad. Получается, что картинка здесь честнее, но здесь она менее энергоемка и менее ресурсоемка для самого планшета. Что касается удобства использования самих браузеров, то здесь Apple именно на пятой версии операционной системы поборол свой самый главный недостаток, а именно то, что вкладки открывались каждая в своем новом окошке. Например, если раньше, чтобы перейти на новое окно Яндекса, мне нужно было сначала закрыть это окно и открыть новое, то сейчас мы работаем в рамках одного окна и можем просматривать, открывать их друг за дружкой. Точно так же, как на Android, здесь это было давно и правильно реализовано, просто нажатием плюсика открывается следующее окно, нажатием следующего плюсика следующее. И точно так же переходы между вкладками происходят совершенно просто и элементарно. Вот это действительно здорово, и в этом смысле браузеры практически сравнялись. Именно благодаря схожести этих подходов обе платформы очень близко подошли друг к другу, и их теперь можно сравнивать, ну, практически на равных, за исключением того, что, по моим собственным ощущениям, браузер на Android чуть-чуть тормозит, особенно при скроллинге тяжелых страниц, когда они имеют большое количество отдельно стоящих модулей, отдельно находящихся баннеров, может быть, это в том числе и из-за флеша. Но это уже, так сказать, такие детали, нюансы, которые проявляются только при вот таком вот сравнении, можно сказать, лицом к лицу. Ну а по большому счету, тем браузером, которым вы будете пользоваться, зависит в первую очередь от того, на какой платформе вы предпочитаете оставаться. И эти две платформы, я думаю, что еще довольно долго будут вплотную конкурировать друг с другом. Вот, собственно, и все, что я вам сегодня хотел сказать. Никаких выводов делать не буду, выводы делайте сами. Спасибо, что смотрите Mobile Home Hub, смотрите нас и дальше. До свидания.